В Южноуральске после 13 лет комы умерла женщина, которой врачи неудачно удалили остатки плаценты. Напомним, после родов двойняшек в 2005 году жительнице Южного Урала потребовалась операция по удалению плаценты. Но после хирургического вмешательства женщина впала в кому, из которой уже не вышла. Вечером я ей в 10 часу звонила. Она говорит: мамочка, мне что-то так плохо. Я говорю: ну ладно, доченька. Говорю, мы завтра приедем к тебе, папа, говорю, привезет нас к тебе. Приезжаем, а она уже в коме лежит. За 46-летней Ниной Гусевой все это время ухаживал супруг. 13 лет она провела в коме. Все это время за ее детьми ухаживала бабушка. Скажи, мама, Настенька. Ну, скажи, мама. Свой язык. Ну, свой язык. Отметим, родственники женщины рассказывают, что медкарта Нины при этом исчезла. Возможно, это связано с передозировкой наркоза, которую мать могла получить при проведении операции. Именно передозировка медикаментов могла стать причиной комы.